21 ноября 1996 года в Организации Объединенных Наций был проведен первый Всемирный телевизионный форум, и уже в декабре того же года Генеральной Ассамблеей ООН был провозглашен Всемирный день телевидения. Хорошее дело. Только чем сейчас занимается ООН? Кого сейчас объединяет ООН? Наш же Международный фестиваль медийного творчества «Братина», родившийся по инициативе подмосковных журналистов, через год после провозглашения Всемирного дня телевидения никогда не изменял своему манифесту, в котором сказано: «Наша цель – отстаивать свободу слова, защищать права человека, содействовать построению подлинно демократического общества, объединять свои усилия с целью снижения социальной напряженности, достижения мира и согласия, борьбы с насилием и преступностью, возрождения духовности и культуры». Друзья, вот уже 27 лет мы вместе. Конечно, жизнь вносит свои коррективы, и многих товарищей, братинщиков с нами нет. Но мы не унываем, вместе стараемся преодолевать житейские и профессиональные трудности, которые, кстати, нас, следующих постулатам манифеста, еще больше сплачивают. Сергиев Посад, Москва, Дмитров, Клин, Ступино, Воскресенск, Домодедово, Павловский Посад, Егорьевск, Чехов, Серпухов, Щелково, Барнаул, Бердянск, Видное, Березники, Геническ, Дзержинский, Нижний Новгород, Подольск, Пушкино, Пущино, Развилка, Севастополь, Ульяновск, Белград, Харбин, Долян, Ереван. Да не иссякнет наша братина неуемной энергией, огнем творчества, крепкой дружбой, искренней любовью. С праздником, братья! Будьте всегда рядом, будьте всегда в тонусе!